Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Эти люди всегда доброжелательны по отношению к окружающим, обладают даром создавать вокруг себя приятную, спокойную атмосферу. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «Т» дает человеку настырность. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладает большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Не терпит владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Носители этого имени – отличные семьянины и хозяева дома. Они гостеприимны, любезны, высокоморальны, твердо придерживаются своих принципов и хранят верность супругам. Число 6 этого имени символизирует высокую нравственность, подлинную доброту, а также красоту, гармонию и любовь. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.